Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1338. События дня. Псалом 119:6. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю о них к войне. Объявление. Курсором останавливайте, считайте. Равномерно подавать мне не удается. Поставил второе обращение. Вопрошает нас, почему мы не обратимся к добрым людям, чтобы помогли купить вам новый комбайн. Вот мы и написали наше обращение. Кто желает помочь, тех просим во имя Иисуса Христа оказать эту помощь нам. У меня 430 гектар пашни. Барабаш Игорь Александрович. Место жительства поселок Потеряевка Мамонтовского района Алтайского края. Карта Сбербанка 639-002-02-9005-95-2967. Телефон плюс 7-905-92-49-698. Ну и которые ролики уже есть, Игорь Барабаш, Елена. Вот это вот мелковато тут. Я не видел. Тоже увеличить надо с 11 до 20. Вот так. Объяснение спасов, что означают они. Ну, считают, что так вот узнали. Опять меньше по размеру. Выйду сейчас. Преображение. Как искать скорое преображение? И обращение. Опять то же самое. Там постоянно, а здесь один раз. Так не убрал. Анастасия Зонова, которая говорила, как выбирать сыну невесту, жену. Елена Фаура себе говорит тут. Всех помянула. Так мы делаем жирным, курсивом, красным.
Тут такое дело. Вот когда сказали, что такое спас, то другое, мне сразу вспомнилось, у меня статьи есть такие. Вот сейчас найду я их или нет. Это Мещеринов. Сейчас я гляну. Мещеринов 2. Сейчас тут прямо на ходу. Мещеринов 2. Вот я вывел его. Можно посчитать, что вопрос такой-то из книги. Как раз об этом говорит. Похож на хлеб нетронутый булыжник. Вместо хлеба камень подают. Рассмотришь, если по зубам поближе, когда им бьют поистине каюк. Но ни один отец щедолюбивый не даст ребенку вместо хлеба камень. Камнями теми тысячи побили. Таким, быть может, пользовался Каин. Просящий рыбу у отца родного, получит ли змею из рук отцовских? Не тем ли более создатели Иегова, как мать-кормилица с готовой соской. Яйцо просящее, явно без подвоха, получит ли на гибель скорпиона. Вот так же и у бога Саваофа, он любит всех, как детище Сиона. Так сладостно, надежно и тепло взывать к Отцу Небесному с доверием. Он знает вкусный приготовить плов, халвы восточный доверху отмерит. Отец, о Авва, отче милосердный, что значит человек в твоих очах? Исполосованному бедами, как зебра, даешь воды росток, чтоб не зачах. И полнится душа до преизбытка нездешней благодарностью сосанной. Не отречется даже и под пыткой, сольется с ангельскими в небе голосами. На что не брошу благодарный взгляд, во всем твоей заботой укутан, и даже если враг забьет нам кляп, но и тогда хвалить не хватит суток. Душа томится в суете шумливой, и хлеб насущный с рыбой вкушая, спешит пролить благодарение ливни, укутана в мороз твоей заботой шалью. Я сумею ли это сейчас взять его, скопировать. Вот так теперь копировать. И теперь где-то отдельно вставить его. Да. Это вот такое дело. Опять же скопировать. Закрываю. У меня закрыта тут клавиатура-то никак. Вот у нас стихотворение. Я его потом вытащу и поставлю. Так, это у меня что, не туда пошел? События дня. Да. Тут такое дело. Мещеринова-то хотел я до конца. Вот он как рассуждает. Открытым оком вопрос. Даю я ответ. Посчитайте. Это к тому, что впереди объясняли. Спас. Первое, второе, третье. Вот это прочитайте.
Очень интересно пишет Петр Мещеринов. Вот так. Вот нашли и тут еще такое. Вот. Вячеслав нашел в книгах и говорит, что вот я нашел очень полезное. Очень полезное. Я решил это выделить. И вот оно как выглядит. Коротко так же протащу. Жирному, значит, это я говорю, и Т, и Даниил, Тамарин брат. Тамара, это Санная Вознюх, Тамара Умнова, стала Яковлевой женой убитого кришнаитом. Отца Григория Романаха, да, это он был Яковлев. Геннадий. В Одессе был разговор такой, беседа, такая часть беседы.
Такая беседа одна сохранилась после всех обысков, арестов от КГБ. Одна беседа. Ее вот Вячеслав Семенов нашел и говорит, очень полезная беседа. Как он ее нашел? Ну, книги-то все есть, он по книгам нашел и вот ее здесь скопировал. Ну, на сегодняшний день, считаю, достаточно большой материал вышел. А что делали? Чем? Ну, там немножко приехал Николай Валентинович Польгуев, помогает Игорю, там сварка помогает Игорю Барабаш. Там с этим складом строит он 720 квадратных метров. Помогает Сергей Попов. А мы утром поехали на второй пруд. Там две сети рваные, драные стоят. Мы переставляли их, да, пробовали загонять рыбу. А что, глушителей никаких нету. Так прутиком по воде, а рыба никак не реагирует на это. Ну, вот такое дело. Что тут могли сделали? Я спрашиваю, Володя, я занят всем? Нет. Да, сажусь за компьютер, у меня накопилось вот много материалов. Даже выставлять некогда. Ну, на этом вот и все пока.